Так, сейчас я расскажу вам, как подключить микрофон Windows 8, Windows 8.1, или отключить, или подключить. Бывает так еще, заходите в настройки и не знаете, как там появляются только одни динамики, или вообще в окошечках ничего не показывается. То есть просто надо, вот, в правом нижнем углу есть значок динамика. Если нажать левую кнопку, там громкость появляется. Если нажать правой кнопочкой, открывается окошечко, в котором есть записывающее устройство, устройство воспроизведения, там стоят динамики и наушники. Динамика, галочка стоит чуть включенной. На наушниках стоит, галочки нема, значит, они выключены. Переходим в записывающее устройство. Микрофон стоит галочка. Мене сейчас хорошо чути, що він включений. Можна галочку сняти і хтось його виключити. Просто, ясно і понятно. Є таке, що ви відкриваєте це окошечко, а тут вообще нічого немає. Там пише, що устройство воспроизведения не установлено. Ви нажимаєте правою кнопкою, і тут треба поставити галочку, показати. И все, и они появляются. Вот, и потом будете нажимать правую кнопочку и нажимаете включить. Так как они сейчас у меня включены, микрофон включен, то надо ничего нажимать не надо. Все, выходим, жмем ОК и красота. Так же самое и наушники. Устройство воспроизведения. Стоит галочка на динамиках. Нужно нажать его включить. И то есть все понятно. Нажимаем правой кнопкой на динамик, записывающее устройство или устройство воспроизведения, смотря что вам надо для записи микрофона или для прослушивания там наушники или колонки. Правой кнопочкой нажимаем, ставим тут галочку или убираем уже ваши лишние желания. И все. Все, всем спасибо.